Привет всем, меня зовут Денис. Я думал, что это просто так, для себя, а превратился в профессионального спортсмена. Я могу давать советы, исходя из своего опыта. Я стал больше требовать от себя. У меня не так много близких друзей, поэтому я ценю близких. Самое главное – доверие. Я хотел бы, чтобы ребята поверили в себя и что все возможно. Для меня принципиально не сдаваться.